Ты ничего не помнишь об этом месте? А, ничего полезного. Скажи мне, брат, зачем мы с тобой в это встряли? Я не знаю. О, это утешает. Я знаю, от умнейшего из живущих ты ожидал большего, но это место Один держал от меня в секрете. Поэтому я и советовал тебе обратиться к Фрейе неоднократно. Она не хочет со мной разговаривать. Как раз наоборот, брат. Но ты можешь убеждать себя в чем хочешь. Там виднеется берег. Черный песок. Как и сказано в приглашении, наконец-то мы добрались. Дальше, как обычно. Какое-то тревожное чувство. Мы как будто во сне.
Похоже, нас тут никто не встречает. Заперто. Может, это знак, что нам лучше развернуться и уйти? Раэл Фасиалфор, Синум Хатум. Чтобы стать себе хозяином, справься с собой. Только сказано красивее, а тогда... Гала должно быть не рада, что мы тут. Мой щит не открывается. Не таких врагов я рассчитывал здесь встретить. Любопытно. Видно, здесь так заведено, давать тебе выбор. Ну, хоть не связали по рукам и ногам. Может, это последний уцелевший кусок Асгарда. Но он выглядит как-то чудно. Ну, хоть врагов здесь нет. Надо бы осмотреться. Ты правда веришь, что Фрейя бы нам помогла? Если нет, то привела бы тебя в чувство.
тоже хорошо. А избегая ее, ты для себя ничего не выгодаешь. Я ее не избегаю. Брат, ты сбежал от нее аж в саму Вальгаллу. Будь честен хоть с самим собой. Это не ее я избегаю. Я Фрейю ценю. Ну, в это я верю. И я рад, что ты это признал. Она тебя тоже ценит. Но по-своему. Я ей полезен. Это другое. Ты правда так думаешь? Она не понимает всей тяжести того, о чем просит. Теперь будет. Мы выбрались. Ты отправился в Вальгаллу, даже не предупредив об этом. И я рад встрече, госпожа. Это дело личное. Не хотел отвлекать тебя. Ты вторгся в Вальгаллу. О таком я должна знать. Этот вход тайный. Кто вам о нем рассказал? Прибили к двери 3 дня назад. Кратес из Спарты, я предлагаю тебе состязание. Сквозь былое пройди в грядущее. Справься с Вальгаллой, справься с собой. И... описание пути. Без подписи. Кто знает об этом входе? Один. И мы. Это ловушка. Ты хочешь вернуться туда? Пойдешь со мной? О, ты же сказал, что это личное дело. Да, я и не могу. В отличие от вас, я не умирала. Что будет, если я вернусь туда? Это зависит от тебя. Вальгалла впитывает память тех, кто входит. Там ты открытая книга. Точно хочешь рискнуть? Как ты вообще прошел ворота? Я их выломал. Голыми руками. Он их выломал. Если уж ты решился, есть более легкий путь. Идем. Сигрун... Может, мы с тобой потом продолжим тот разговор? Знаешь, Мимир, ты сказал достаточно. А, ну ладно. А дело, что мы обсуждали, еще думаешь? Верно? Верно. Так вот к чему это. Ну, тогда решай сам. Итак, генерал, перед следующим походом вас надо подготовить. Во-первых, Вальгалла требует, чтобы вы провели обряд выбора.
Позвольте моим сестрам научить вас законам Вальгаллы и ее ценностям. Что ты знаешь об этом месте? Вальгалла стремится взрастить внутреннюю гармонию и цельность. Чтобы добиться совершенства, нельзя полагаться лишь на привычные действия. Я выбираю тактику сообразно ситуации. Разумеется. Будьте многогранными. Покажите Вальгалле все, на что вы способны. И Вальгалла вознаградит ваши усилия. Вернитесь ко мне и покажите, чего достигли. А что скажешь ты? Вальгалле необходимо не просто преодолевать препятствия. Важно то, как именно это делать, как проявить себя в полную силу. Мы проведем вас по этому пути, но лишь Вальгалла будет вам судьей. Вернитесь ко мне, когда достигнете цели, и мы... Результат. Подойдите к воротам, как будете готовы. Я готов. Эйр, Гёнар, со мной. Лейфа. Теперь вы можете входить в Вальгаллу, не опасаясь наказания за вторжение. Спасибо, Сигур. Больше нет дурных предчувствий? Нет, все хорошо. Спасибо, воительницы! Ну ладно, попробуем все сначала. Брат, сзади! Новая попытка, новые решения, новое начало. Сигрун, ты ее прогневал? Я бы не сказал, что она злится. Раздражена, да. Разочарована, несомненно. Но не забивай себе этим голову, брат. Я не допущу, чтобы это отвлекало нас от нашего занятия. Похоже, туда нам путь заказан, и выломать не выйдет. Так это не часть Асгарда, а просто образ, сотканный из твоего воспоминания. Поразительно. Брат, должен признать, идея Фреи и впрямь кажется логичной. Кому быть богом войны, как не военачальнику, который выиграл Рагнарёк? И выиграл его, спасая невинных. При твоей поддержке ее совет и впрямь сможет чего-то добиться. Это должность, этот титул у меня уже был. Ты знаешь, чем это обернулось, и она тоже знает. Да, мы знаем.
Но почему то, кем ты был, должно быть важнее того, кем ты стал сейчас? Ты не видишь, как ты изменился? Я изменился, потому что мне опротивила та жизнь, тот титул, тот трон. Да. Видно, таким тебе запомнился Йотунхейм, да? Ну, я согласен. Насчет Совета Фрей. Это благое начинание. И осуществить его должна она сама. Почему, брат? Фрейя хорошо знакома жителям этих мира. Ее все уважают. Она опытный лидер. Этот опыт подсказывает ей, что власть не должна быть в одних руках. Она готова разделить власть, и именно потому достойна ее. Но зачем взваливать все на нее одну? Со смертью Одина народы снова смогут жить в мире. А когда случаются конфликты, которые нельзя решить словами «Бог войны следит, чтобы все было по правилам», здесь нужно могущество и рассудительность, и авторитет. Кого же еще она могла выбрать, брат? А вот тут можно сторговаться с Вальгаллой напрямую.
А таким, значит, ты запомнил Свартальфье? Фрей знает, я не откажу ей, если во мне будет нужда. Я боролся за мир и готов бороться за него вновь. Даже без титула, даже не будучи наделенным властью. Но ты ведь понимаешь, что есть сила в словах, клятвах. Людям важно услышать обещание, что ты не изменишь им и себе, что ты за них вступишься, и я в тебе уверен. Я понимаю, что у тебя есть опасения, но ты давно порвал с прошлым. Все это видят. Ты не знаешь, на что я способен. Был способен. Ты рассказывал о прошлом. Да, там много ужасного. Но ты же доказал нам и не один раз, что ты теперь другой человек.
Это и есть наш путь. Вперед и вверх. В самое сердце Вальгаллы. Я это чувствую. Во всем этом безумии есть одна отрада. По крайней мере, ты снова занят тем. И уже выглядишь куда бодрее, чем последние несколько лун. А то я переживал, что с тобой будет в отсутствии Атрея или хорошей драки. Битвы дарят просветление. Что это? Ты ведь узнаешь свой старый трон? Крас, я не забыл, чем я тебе обязан. Думаю, он понимает, что он. Как-то это беспечно. А вот и они. Странно. Мы снова снаружи, но мы же не... Ну... Порой добиваешься лишь цели, к которым готов. Так решила Вальгалла или ты? Так значит, ты закончил? Нет. Я выясню, кто меня пригласил. Я чувствую ответ близок. За это точно стоит умирать? Ну, смерть для нас с тобой уже привычное дело. Мимир, будь серьезнее. После доблестной смерти Вальгалла тебя вернет. Но помимо этого здесь полно правил. И если их нарушить... Кратос, тут правда можно умереть. Что ж, это радует. Радует или все же обескураживает? Желаю удачи. Серьезно. Для мастера шаг назад – это пространство для рывка. Не отчаивайтесь.
Значит, сделать это, а потом вернуться за наградами, ладно? Для меня честь наблюдать за вашим путешествием. Это и правда существенно помогло бы делу. Срочное улучшение!